Здравия желаю. Сегодня я разработал новую печку для зимы, для буржуев. Она 500 ватт потребляет. Применяется черный ящик с вентиляцией, видите, вентиляция везде. Включаем 5 лампочек на 100 ватт. 5 штук. Сейчас включим. Так. И свет заодно дает. Печка-буржуйка. Через 10 минут, через 20 минут разогревается до 100 градусов сверху и снизу. Ее еще надо на этих ставить. Тепло идет и жар идет. То есть 500 ватт. А тепла дает на 5 киловатт минимум. КПД такой печки, значит, 5 киловатт. Ой, 1000%. Это можно применять не в моей комнате. В моей комнате хватит вон галогенки маленькой. Это у кого большой дом, поставил за место камина. Камин жрет, дай бог, сколько дров. Вот уже притронуться нельзя. То есть где-то полчаса разогревается. Отсюда идет тепло, отсюда идет тепло, отсюда. И сама она как горячая, где-то 90-100 градусов разогревается при полном нагреве. 5 лампочек на патронах поставлены вот вовнутрь, и все. То есть сделать ее 5 минут работы. А жар большой от нее. Печка-буржуйка. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.